Кровля здания обрушилась еще до приезда пожарных. Это уже разборка конструкции. Задымление увидели днем с соседнего склада и вызвали силы МЧС. Это промышленная часть Ейска. Здесь расположены оптовые базы, магазины стройматериалов, пункт сбора металлолома, ангары, где произошло возгорание, использовались, по всей видимости, как цех деревообработки. Огонь распространялся молниеносно. В ангаре горела древесина, сбили пламя очень быстро, буквально минут за 20, но много времени уходит на проливку различных конструкций, из-за чего вокруг очень много дыма, тяжело дышать. Вот сейчас до сих пор тлеют остатки каких-то деревянных панелей. Владельцы и работники фирмы, которой принадлежит участок, дают показания полицейским и следователям Госпожнадзора. Выясняются причины возникновения пожара. Не исключена версия поджога. Несколько дней назад горел соседний склад, а сегодня еще и разбили стекла в уцелевших строениях. Вся эта территория выглядит довольно запущенно. Вокруг много бурьяна. Если бы не грамотные действия пожарных, пламя распространилось бы дальше. Высокий риск пожаров связан с сухой и ветреной погодой. В Ейске сегодня никто не пострадал. В тушении было задействовано 17 человек и 5 спецмашин.